Привет, вы на канале Устинов Плей, мы продолжаем проходить FNAF после достаточно серьезной задержки. Да, последний раз мы здесь остановились, нас откатило очень сильно назад, насколько я помню. Тут у нас появились роботы, которые двигаются, пока на них не смотришь. Пока на них смотришь, они стоят. Не понял, он что, уже включенный? Ах ты, скотина такая! Не был же? Или он прошел... мы его в прошлый раз пропустили, он прошел мимо. Да. Так, надо тогда спрятаться. А есть где? О, хорош. Да, в прошлый раз нас очень далеко откатило. И что-то я... Понял. А, можно было здесь выйти. Да спрячься ты уже. Камер, по-моему, здесь на эти туннели нет. Насколько я помню. Хорошо. Так, сейчас заработают эти два. Creepy. I like you better with your shell on. Так, бежим. Где-то здесь есть контейнер. Ладно, спрячемся в него пока. Хотя, наверное, можно было и дальше пробежать. Так, разобраться в этих камерах. Ага, вот они мы. Так. Ничего сложного, вроде бы, казалось бы. Так, коридор мы этот не видим, получается. Не очень понятно. А, вот. Хоть кто-то. Они в прошлый раз вроде парой ходили здесь. Ладно. Вообще они довольно безопасные. Тут можно на большой дистанции. Я думаю, можно тут надолго даже не задерживаться, а в принципе пробегать. Так, вот здесь я что-то в прошлый раз затупил. Эта дверь вроде не открывается. Да. А куда идти дальше, вот я не понял особо. А, я увидел вроде потом проход. По-моему, надо куда-то назад возвращаться. Так. Оп, извините. Да сколько можно? Иди уже отсюда. Подождем, пока они уйдут подальше. А, да что ж ты будешь делать? Короче, самое главное, к ним спиной не поворачиваться. Идите уже. Так, тут еще комната, по-моему, с какой-то игрушкой бонусной. Или вроде того. Вот там, но, по-моему, нам туда не надо. По-моему, нам надо куда-то назад. Стоять. Так. Все, тут, в принципе, тоже безопасно. Туда можно не идти, насколько я помню. Смысла большого нет. А, он просто мимо здесь, видимо, проходит.
Да, просто проходит мимо. Да иди ты уже куда-нибудь. Так, вот они зашли. Можно, в принципе, сейчас пробежать, пока они там шастают. Наверное. Да, я думаю, да. Так, главная проблема тут как раз-таки вот в этой множестве. А, вот, вот здесь мы не были. Все, 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 точно. Главное, чтобы с двух сторон они нас не обошли. А-а-а, я вспомнил, чем все закончилось в прошлый раз. Ох, нехорошо закончилось. Ох, нехорошо. Там была комната, в которой было очень много этих ребят. И что, собственно, с ними делать, я так и не понял. Давайте пока не будем тыкать, давайте посмотрим. Что тут у нас? Так, ну, пути отступления, в принципе, здесь есть. Оба. Стоять! А, он прям за нами идет уже, все. Видимо, нет. Так. Так, вот он ушел. В принципе, главное будет убежать от них спиной вперед. Да, спиной вперед. Да вы чё? Черт. А можно не надо, я ж тебя вижу. Уйди. Как странно, он вроде и на меня смотрит, а вроде и нет. Ладно. Видимо, так это не работает. Видимо, они стоят, пока видят, что я их вижу. Пока они не видят, что я их вижу, они не работают. С другой стороны, как они со спины видят, что я их вижу? Ладно. Крипово. Мне кажется, он что-то подозревает. Так, вот они уходят. Надо добраться до кнопки. Да в смысле ты развернулся? И что мне с вами делать теперь? Ладно, подождем еще раз его. А, сюда проход, кстати, по-моему, откроется. Уйди отсюда! Ты что сюда подошел? Можно не надо. А если вот так сделать? Хотя можно было, в принципе, за угол зайти, наверное, посмотреть. Вроде не слышно остальных. Нормально. Так, вот еще один. Блин, ну они так по очереди, если будут ходить, я не доберусь до кнопки. Надо, наверное, все-таки рискнуть и выбежать. А, вот их сейчас тут двое. Вот пускай они тут и стоят. А мы пока ткнем сюда. Да нажимай ты уже! Тихо, тихо, тихо. Что-то он в этот раз как будто глубже занырнул. Так, а камера этого места есть? А, все. Вроде безопасно. Что открылось? А, открылся вот сюда проход. Ну вот, да, да, помню это место. Ох, не знаю, не знаю.
Сохранений нету. Какие мы все-таки низкие. Ну, допустим. Надо было сразу бежать, блин, к выходу. Ой. А вот это мне повезло. А если так сделать? Так, я вас вижу, если что, имейте в виду. Нет, не залезут? Нет, я думаю, они не залезут сюда. Угу. Целая банда. Так, а там, по-моему, еще один проход открылся. Надо было, наверное, туда идти. Ребята, привет. Ладно. Крипово, крипово. Они, конечно, заглядывают, но, слава богу, безобидно. Я не знаю, почему так. Чисто банда терминаторов. Так, сколько... Они по кругу, что ли, ходят? Я не понимаю. Все? Я надеюсь, все. Хорош. Просто хорош. Так, стоп, мы по кругу, что ли, вернулись назад? Допустим. А что теперь? Все? Мы всю свою миссию выполнили, взяли пропуск. Можем уходить? Я уже, если честно, не помню. Фонарик зарядим сейчас. Так, ну здесь вроде никто не шастает. Где-то шастает, но не близко. Может, нам тогда сюда уже? Так, все, дверь, давай, закрывайся. Фу. Я сказал, закройся. Блин, тут не пройти. Так, а задание? Наверняка же есть где-то задание. Задание. Пробраться в отдел запчастей обслуживания, вернуться в отдел запчастей обслуживания. То есть мы там уже были, видимо, нам нужна была карта. Блин, вот ни карты, ничего, никаких отметок. Куда идти, что делать? Непонятно. Просто бегать придется везде. Закройся, блин. А, стоп, сохраниться! Сохраниться однозначно надо. Вот это я что-то как-то не просек. Все, прогресс есть. Или запишем. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Ну, значит, нам все-таки куда-то туда, раз здесь мы никуда не можем попасть. Ладно. Пробежим еще раз по кругу. Где-то, видимо, была дверь. Тихо, тихо, что-то. Ненавижу этих ребят. Они любят неожиданно вручать билетики. Ага. Так. Они здесь, наверное, круг делают. Или нет? Идут они сюда? А, они здесь разворачиваются. Сюда они идут, видимо. Угу. Ой. Ты чё? Я вижу тебя вообще-то. Хорошо, они не преследуют, они просто ходят по маршруту, как будто бы. Все, шел. Пойдем за ним. Так, иди, иди, иди.
Угу. Крест-накрест ходит. Так, а подходить к ним можно? Ой, как не хочется к ним подходить. Ой, звук мне этот что-то не нравится. Витя. Ладно. Куда идти, куда идти? Еще раз подойду к этой двери, мало ли. А, да, может нам сюда? Или нет? Не, он что-то сюда не хочет. Ладно. Так, не понял. Откатило, что ли, до того момента, пока у меня нет даже... пропуска, или он есть уже? Не понял. Откатило, ладно. А загрузиться я могу? Не понял. Чё за дела? Ну-ка стоять. Не понял. А почему? А где мое сохранение? Я же сохранился. Это странно. Ладно, ладно, я еще раз пробегу. Ничего. Я думаю... Блин, это очень странно. В этот раз будем играть поагрессивней. Что ты мне сделаешь? В этот раз я надолго задерживаться не собираюсь. Ой, если бы я еще туда бежал, куда надо, было бы вообще супер. Приходится подпрыгивать, чтобы нажимать на кнопки. Тихо. Какие быстрые. Сейчас они за угол зайдут. Хорош. Почему? А чё нет-то? Всё-таки сохранилось? Я всё-таки взял пропуск? А почему двери тогда закрылись? Ничего не понимаю. И здесь дверь закрыта. И эти ребята висят. А чё происходит-то? Алло? Что за приколы? Не понял. Вообще не понял. А какой у нас пропуск? Так, где-то точно показывался пропуск. Но сейчас я не вижу. Блин, да что за бред? Это явно баг. Кто? Ты что сюда зашел-то? Еще один. Так, мне надо спокойно пройти.
Сойдет. Блин, здесь как будто еще один. Прямо вот слева ходит. Понаставили стульев. И чё? И куда? Пошёл нафиг. Я просто не понимаю, что от меня хотят. Ну, давайте сюда зайдем. Ладно, я не знаю, может, действительно надо было сюда забежать. Может, я что-то пропустил. Просто игрушка. Блин. Да вы что, издеваетесь? Ну, это самоубийство. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ой, ребята, все. Здесь куда еще убежать-то? Со всех сторон. Так, отойди от меня. Так, я думаю, сейчас здесь засядем. Вот так. И что делать? Непонятно. Вот за это я не люблю эту игру. Никаких вообще ни маркеров, ни оповещений, ни подсказок, ничего. Хм. Опять назад возвращаться, там что-то искать. Ай, блин. Что-то я его не заметил. Так, ну хорошо, допустим. Опять мы сейчас начнем сохранение, где у нас уже есть пропуск. Хотя почему-то закрыли назад нам двери. Посмотрим повнимательнее. Ладно, может, я что-то не нашел. Может, я просто залезть не смог. Я не знаю. Еще раз оббегаем все здесь. Здесь ничего нет. Ничего. И чё? Ничего нельзя сделать, никуда нельзя. А сейчас ты все-таки запрыгнул. Серьезно? Так, поползет за мной опять этот. Опять он. Сколько можно? Страшно? Не понял. Все, фух, я уж думал, опять банни. Ванни, банни, я не знаю. По-моему, это в ванне. А почему? Почему он не запрыгнул-то туда сразу у меня? Почему он не хотел туда прыгать? Я не понимаю просто. Бред, просто бред. Фонарик зарядим. Готово. Сохранение. Все, слава богу, разобрались. Не прошло и часа.
Перезапишем. Так, тут я вообще не помню, куда и что. А, все, это лифт. Так, да, что-то Фредди похитили. Кто-то его утащил. А, вот у нас сюда пропуск теперь появился, да, я так понимаю? Да, все. Вернуться в отдел с запчасти обслуживания. Ванесса, я не так давно нашла его и заперла. Отличные новости. Его можно вернуть родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы фаз все время твердили это имя твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори? Ванесса, все часы фаз говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей обслуживания не натянет твою оболочку на новый эндоскелет. Посиди пока тут. Ванесса, не оставляй меня в таком виде. Так, она его что-то не дособрала, видимо. А вот скотина. Так, и пошла нас искать. За что так с Мишкой? Ну ладно, в принципе, справедливо. Все, она ушла. Грегори, я так рад, что ты жив. Так, здесь опять эти ребята. Не понял. Шевелятся, нет? Так, что ей надо помочь ему выбраться? Ага. Использовать автомат. Ух ты, боже мой. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Уберите необходимую опцию. Улучшение силы. Улучшение Монти, улучшение Чики, улучшение Рокси. Ну, допустим, улучшение силы. Чё? Зловещий агрегат. Войдите во что? Что? А, мне туда войти надо? Не, давайте-ка сначала побегаем. Оба, отсюда кто-то сбежал, судя по всему, да? Так, о. А вот это интересно. Не понял. Уровень 10? Ну, это я не знаю, через сколько. А. А, да? Все так просто. Фигурка Глэм Рокси. Ой. Ой. А что так страшно стало? Что-то как-то потемнело, как будто бы. А тут что? Запчасти? О. Так, ну это нам, наверное, еще пригодится. Так, сразу посмотрим, чтобы потом, если что-то случится, не бегать. Так, надо сохраниться однозначно. Ерор. Ну ладно. Оба-на. Не понял. Не понял. Похоже, он будет против нас. Очередная комната, где надо будет тыкать. И тут, как ни странно, есть даже Фредди. Видимо, придется и от него обороняться. Ладно. Посмотрим, что в сумках. Так, сообщение. Улучшение Рокси. Журнал обслуживания. Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Допустим. Улучшение Монти. Монти, улучшенные лапы Монтгомери позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждений становится слишком высокой. У каждого бота свои преимущества получается. Улучшение Чики. Не позволяйте ей петь, ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасные результаты во время живого выступления, роняющие подносы боты, хаос, травмы у гостей. 12 судебных исков, испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендуется произвести замену. Ну, понятно. Так, ну идем чинить. Я так понимаю, что сейчас начнется какой-то замес. Видимо, все-таки Фредди повернется против нас.
это очевидно. По двери. Как долго она поднимается. Что они сделали с тобой? Плановое техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто включи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Мы еще можем провода переключить. Задающий агрегат. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняется отключение защитных протоколов аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. Ну, похоже, мы его сейчас и угрохаем. Поскольку мы не знаем, как это делать. Для успешного подключения головы Фредди, повторите правильно последовательность, нажимая мигающие кнопки, что-то там. А! Надеюсь, я не ошибся. Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Пока все просто. Так, завершите процедуру с помощью компьютера доступа. Да, это я уже понял. Хорошая инструкция, конечно. Фредди полностью исправен, готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Ох, что было бы, если бы я ошибся. Но, слава богу, вроде просто было достаточно. Так, консоль. Завершить улучшение. Есть столько всякой техники. Что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов? Яркий свет... О, господи, направление... Ну, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, фазер-бластер или фаз-камера могут сработать. А, ну это вот эти штуки. Так, фазер-бластер можно выиграть. Фаз-камеры частенько конфискуют на территории Гольфа Монки. Билет на вечеринку нужен для этого. Так, допустим. Ага, в комнату Чики заглянули. Блин, сколько всего. Слушайте, с служебными лифтами в задней части помещения, они ведут в комплекс Рок-звезд. Очень много информации, все не запомнишь. Так, ну ладно, все, ты дружелюбный. Окей. Так, он за нами будет шастать? Похоже, что нет. Ладно, залезем в него. О, как. А, можно сохраниться. Пошел сохраняться. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат, у Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти, мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям, я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат заслугу. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. 0.6 идет вразрез с нашей программой. Господи, ты себя видел вообще в зеркало? Не способны навредить. Так. Сохранимся. Перезапишем. Да, с такими-то когтями не способны навредить. А, так это просто проходки в комнаты. Все, слава богу, Фредди пока с нами. Ладно. Что в итоге он нам сказал? Это служебный лифт, ведущий в комплекс Рок Звезд. Видимо, можно любой. Хотя он сказал, только чей-то там работает. А, да, эти не работают, красные везде. Один лифт работает, судя по всему, так. А, он не мог нажать? Или это я что-то затупил? Что там, музычки-то я не слышно так.
Кто кашляет? Что за звуки? Кто-то плачет? Зарядимся. А чё? Ты чё вылез-то? А! А в фаз часы мы не можем, да, войти? Я не лузер, говорит. Так. Ой! А там, она там? Я просто хочу взять подарочек. Окей. Не знаю, зачем мне это, но давай. Слушай, Скузер. А, не вопрос. Все, 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 все. Чувай, ты чувай, че ей надо? А он драться умеет? А ты выпустишь? А, можно так? А! Билет в одну сторону. Ладно. Вышли, ладно. Так, я надеюсь, у него в комнате ничего важного не было. Зарядка довольно быстро кончается. Роботы есть. Интересно, роботы, когда мы во Фредди, тоже могут? Выходи, маленький монстр. Так. О, сохранение. Ну, классика, еще разок сохранимся. И подзарядочка здесь есть. У каждого из них в каморке, видимо, есть подзарядка. Так, и мы опять-таки можем пролезть туда. И вообще, что хочешь, можем сделать. Так. У нас нет времени на это. Найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. Так, ну Ванесси... Тихо. Ванесси тоже нельзя стопудово попадаться. Это будет мега палево. Даже во Фредди. Так, а мы можем через вентиляцию, интересно, попасть? А это что? Не понял. Что использовать? А, это его лифт. Ладно, ладно. Так, ты пока улыбаешься и машешь. Поставим его на зарядку, наверное, да? Ты чё? А чё? А, все, понял. Да, ты уже заряжен, блин, выйди оттуда. Три тридцать. А чё, время идет? Это хорошо или плохо? Я не понимаю. Опять он не может запрыгнуть. Нифига себе, что за слова. Так, я надеюсь, без этой твари обойдемся. Только 3.30, да я тут уже миллион лет бегаю. А чё? Чё? Не понял. Как жидкий терминатор, что ли, прошел? Блин, а мне в комнату Чики надо было. Закройся. Блин, она, возможно, под зарядкой стоит. Нет? А, стоп, это же волчица. А она куда делась? Прикол. Ладно, допустим. Так, где Ванесса? Ванесса... Ее не видно. Это она? Да, это Ванесса. Так, надо, чтобы она ушла. Мы пока посмотрим по камерам. Ай, все время на М тыкаю. Думаю, что там камера. Так, а мы можем, интересно, сюда Фредди позвать?
Так, а комната? Вот она, комната Чики, и вот сумка. Так, лифт не работает. Ну, надо было явно по вентиляции сюда лезть. Да, это явно мой косяк. Так, Фредди прибежал. Я не знаю, вообще нормально будет. Лучше Ванесса здесь увидеть, может. Она как раз вон там шарится. Может, ради интереса выйти к ней во Фредди? Просто ради интереса. Ну или не будем. Уходи, давай. Ах ты, скотина. Ина такая, она пошла сюда же. А, назад войти нельзя. Так, ну в свою-то он войдет. Все, она вроде ушла. Че же он бегать-то не хочет? Хорош, все, так, все, спокойно. Все нормально. Теперь мы спокойно убежим еще разок в комнату Чики. Я думаю, там есть проход. По-моему, ко всем были проходы. Прыжками у него беда, явно беда. Как он туда пролез, я не понимаю. Ой, опять эта скотина. Сюда, сюда, сюда. А это чей? Чей комната? Это Чики? Нет? Я не знаю, чья это комната. А, это этого крокодила. Блин, я надеюсь, его нет в этой комнате. Сообщение. Проделки Монти. Отчет об ошибках поведения. Монти снова не явился на шоу на главной сцене. Мы нашли его на том же месте, на мостках над гольфом Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то закатил мяч с первого удара, после чего водопад мячей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги, поэтому отделу запчастей и обслуживания пришлось работать сверхурочно. Ладно. Так, назад мы опять не заберемся. Ага, но мы можем попробовать уехать на лифте. Как-то странно освещенный лифт. Получится уехать? Получится. Разве вниз? Мы же вроде сверху приехали. Ждем-с. А, так, прибыли? Нет. Приехали. Ага. Что это за звук был? А, это лампа. А ради интереса отсюда попробовать съехать в лифте. В лифте, наверное, не получится съехать отсюда. Не понял. А что, так можно было? Что там, красные лампы? Да и Фредди вроде что-то говорил, что только один лифт работает. Так я мог как Чики, наверное, тогда приехать.
Да, опять они в ту сторону. Смотрю, стою. Здрасте. Так, ну там этот робот. Главное не лохануться и к нему не попасть. Энергия. Так. Он может не дать добежать до ее комнаты. Блин, надо было в натуре тогда на лифте просто к ней приехать. Или это не робот тот? Я думал, это опять какая-то по вентиляции ползающая непонятная штука. А вот она. Ты как это делаешь, монстр? Ладно. Сумочка. Так. Отчет о поведении Чики. Тип личности Чики всегда был со странностями. Однако новый сироп, секретная смесь Монти со вкусом пиццы, вызвал серьезные нарушения в работе ее алгоритмов. Чтобы заполучить сироп, она атаковала посетителей, сотрудников и ботов. Рекомендуется отозвать секретную смесь Монти, пока нам не впаяли судебные иски. Окей. Так, ну типичная комната девчонки. А что нам надо? А вот, наверное, это то, что нам надо. Все, билет на вечеринку. Well done. Ой. Черт, опять это луна. Билет на вечеринку. Отдавайте билет на вечеринку. На вечеринку работу-боту. Чтобы открывать различные области в пиццеплексе. Так, а где найти этого работа-бота? Лунная тварюба. Зарядную станцию понял. Все, это несложно. Подползет, интересно, он сюда, нет? А ты что вылез-то? А, все, я Фредди. Этот билет на вечеринку особенный, он позволит тебе пройти на территорию аттракционов Phaser Blast или Golf Monkey. Похоже на старую фотокамеру. И опять-таки, никаких опознавательных, ничего, никаких маркеров. А, вот он пропуск, 4-го левела у нас, все, я понял. Так. Ничего нигде никак не помечено. Вообще ничего не понятно. Вроде есть карта, но по факту ничего она нам не дает. Абсолютно. Блин, Фредди разряжается писец быстро. Ну, я думаю, нам туда. Сейчас зарядим немного его. Блин, и бегать он не бегает. А, ну и сохраниться неплохо было. Что там было? 4.00? Тут уже и до утра-то осталось немного. Перезапишем. Так. Все, бежим. А. Там что? Блин, я не помню. Мне кажется, нам туда, я не помню. Не помню, так ли это. Мне кажется, что нам сюда. Так, еще раз, задание. Что конкретно нам надо сделать? Узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Узнать, как вывести Чику из эксплуатации. А, он хочет все-таки их грохнуть. Блин, малой не промах. Так, билет на вечеринку. Использовать, чтобы найти фаст-камеру на территории Гольфа Монти. Угу. Либо на территорию Phaser Blast. Вообще ничего, ни о чем не говорить. Ни одно, ни второе. Где, что? Но гонка Монти, Phaser Blast, это все, по-моему, на втором этаже. А где фонарик? Во.
Что здесь? О, что-то новенькое. Не помню, были мы здесь или нет. Прогрузилось, ладно. О как, ничего себе. Так это переход из локаций, причем без лифтов. По первому этажу, оказывается, можно пройти. Ну-ка, иди сюда. Ты как там прошел? Ладно. Так. Фейзер Бласт, либо гонки. Фейзер Бласт, отлично, все. А, я помню, вот здесь мы были, да. Так, а что нам надо билет использовать? То есть нам надо билетера найти, вот типа этих ребят, только это охрана. Так, а если у него зарядка кончится, он побежит заряжаться? Или он все сломается? Блин, это просто ужас. Что делать, куда идти? Вообще ничего не понятно. Так, а здесь сделано, как будто бы я там должен был перепрыгнуть. Где мой фонарь? Есть ощущение, как будто мне туда. Ну ладно. Окей, вернемся назад. Я не знаю, это просто низкий заряд. Так, ладно. Так, где зарядки? С этой картой? А, вот так даже. А что у него, когда низкий заряд, вот такое происходит? Непонятно вообще ничего. Очень странно. Хм. Ладно. В таком случае надо его поменьше использовать. Окей, Фейзер Бласт мы нашли. Билетер, в принципе, он был на втором этаже, насколько я помню. Просто как туда попасть? Тут наоборот, вниз спуск. Да, здесь, по-моему, вообще никуда не придем. Он билетики не хочет принимать. Тут, по-моему, внизу, кстати, есть зарядка. Извиняюсь. Пойдем без него. Ну, нафиг со своей зарядкой. Тихо, тихо.
Так, как же по... как мы отсюда вообще попали на второй этаж? Я вот вообще не помню. Требуется Фредди? Ну-ка сюда. Ко мне. Все, спасибо. А, он там даже не ходит, что ли? Ничего не понимаю. А так прошел. Ладно, ладно. Окей, еще раз туда сходим. Сейчас подзарядим. Блин, вот он носится. Даже не знаю, вот стоит здесь сохраняться или нет. Или может вообще нам не сюда надо было. Четыре ноль ноль. Но я думаю, игра кончается где-то в 8. Может даже в 6. Можно к карте этот билетер отмечен. Зарядки. Конечно, не убегу. Ладно, когда на тебя бегу. Так. Надо было, наверное, все-таки сохраниться здесь. Окей. Может, нам туда? Закрыто. О, здесь выход наверх. Так, а тут что? Очень много всего. И при всем при этом не сделать нормальные карты. Блин, я думаю, надо наверх ехать. Ехать, бежать. Монтис Гейтер Гольф. Ну даже чтобы сюда нам попасть, нам тоже надо кому-то отдать билет. А где, кому? Залучено. Так, 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 так. Ладно, попробуем пробежаться здесь.
какая-то грязная. Опять из мусорки ел, наверное. Так, все то же самое, только надо сохраниться на этот раз где-то поближе к этой локации большой. Погнали. Десять раз туда-сюда сбегал. Блин, он медленно, конечно, бегает. Время просто ходит, он даже не бегает. Когда ты его вызываешь, он несется. А как, блин, в нем идешь, так ползет. Атриум, выход в атриум. Так, тут его можно подзарядить. Готово. Тут начинает подлагивать, поскольку атриум прогружает. Так, а здесь... Все, эти вроде как нас не пасут теперь. Сохранение я что-то так и не видел. Было где или нет? Блин, где этого билетера найти? Сколько можно бегать кругами? Так, надо валить, надо валить. Пока он не разозлился на нас. Как это странно бы не было. Да ты ж... Сложно определить, куда они сейчас посмотрят. И поедут. Нормально, повезло. Так. Так и не сохранился. Негде, просто негде. Здесь спуск. Ванет, ванет. Так. А тут что? Принято. Ладно. Побегаем вот здесь. А это что? Понял. Блин, я не знаю. Я просто не знаю, что делать. Вот он! Что это значит? И он просто исчез. Вас приветствуют. Гольф Монти Гатура. Монти Гатура, я понял. Найди комнату охраны в дальнем коридоре. Фотографируйся с вспышкой на территории Гольфа Монти запрещено. Здесь часто конфискуют фаскамеры. Понятно.
какие-то страшные звуки. Чё это? Джунгли? Так. О, сохранение, ну наконец-то, слава богу. Перезаписать. Так, тут наверняка есть подарочек. Нет? Ладно. О! Прикольно. О! Сюда. А кто здесь, интересно, монтиша оставит? Кто же еще? Не-не-не-не-не-не-не. Фу, повезло, повезло. Так. Watch your pose. Мойте лапки. Комната охраны. Это похоже на комнату охраны. Пятый доступ. Откуда? Это что? Ой. Прыгает. Ничего себе он прыгает. По старой схеме. Самое безопасное место вообще в мире. Красный-то. О, а мы можем сюда Фредди позвать? Прикол, а что я так давно не делал? Только его надо сразу на зарядку ставить. Отлично, ну это просто повезло. Все тогда? Победа? Осталось найти комнату охраны. Блин, наверняка где-нибудь наверху все-таки. А. Что тут у нас? Кафешка, вряд ли здесь где-то комната охраны, но тем не менее. А, вот она. Комната охраны уже рядом. Зайди в нее и попробуй найти способ остановить Монти. Он же сказал, что не будет друзей трогать. Я не понимаю, почему сейчас-то он поменял свое мнение. А, ну опять комната охраны. Снова. Снова будем тыкать на кнопки. Ну я и не против. Так, посмотрим, что у нас здесь в округе. Просто чтобы знать. Ох ты, боже ж ты мой. Как много там мониторов. Заперто. Так, здесь прятаться опять негде. Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение допуска и беги. Да. Он взял? What's this? Looks like an old camera. That is a fast cam. If you are in trouble. Так, все, все успокоилось, можно теперь прочитать спокойно. Фаст камера. Когда применяется фаст камера, нажать для оглушения всех ботов поблизости. Ничего себе. Требуется перезарядка на станции фонариков после использования. Так, Фредди говорит, это фаст-камера. Если ты попадешь неприятно, ну понятно. А, ну вспышка не работает на Монти, поскольку он носит солнцезащитные очки. Так, ну если он на нас сейчас охотится, значит надо
Если только он. Значит, камера нам особо не поможет. Профит. Все, ничего нам не сделает. Не знаю, может, стоило сохраниться. Блин, подарочек. Ладно, не будем брать. Все равно я их не собираю особо. Кажется, смысла в них мало. Блин, а что, он прыгать не умеет вообще? Блин, его заряжать надо. А где была зарядка? Где-то сзади. Идем на зарядку. Нормально. Притык, притык. Да, зарядимся и просто свалим. Как удобно получилось. А вот здесь, наверное, еще сохранимся. Отлично. Берем Фредди. Так, ну и в лифт. Все. Так, что теперь? Использовать билеты на вечеринку, чтобы попасть на территорию Pfizer Blast. Но у нас нет билетов вроде, у меня один был билет. Узнать, как вывести Чику из эксплуатации, узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Блин. А, ну Монти мы выяснили, в принципе. Чику там тоже мы брали какое-то сообщение у нее в комнате, сейчас посмотрим. Отчет о поведении Чики. Сироп. Сироп, секретная смесь Монти нужен. Точно. Так, ну это надо в кафешку какую-то идти. Сто процентов в кафешку. Хотя, мне кажется, тут кругом кафешка. Просто кругом. Так, а как достать? А, почему-то на тройку. Как будто на двойку еще один предмет должен быть, который я не собрал. Ладно. Интересно, вся вспышка тратится разом или нет? Так, надо определиться, что делать, куда идти. Ладно, пожалуй, один квест выполнен. Я думаю, хватит на сегодня. Уж больно утомительно искать каждый раз, блин, место, которое непонятно вообще, где находится. Просто приходится все обшаривать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Пока.